Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, начинаю новый влог, и такой будет немного обо всем, как обычно. Вот, и ко мне сейчас приезжал курьер, я делала заказ на LaModie. Вообще, я сейчас в августе буду достаточно часто делать заказы, надо будет готовиться к школе и, соответственно, покупать там всякие брюки и тому подобное. И заказала себе нижнее белье. Снова вот этой марки, как она правильно произносится, Marc Formel, правильно так вроде бы она произносится, да? Сейчас вам покажу, очень мне понравилось это белье, девочки, вообще обалденно, это белорусская марка, прям вот как будто на меня шили, как будто взяли мои мерки и шили на меня. Очень советую, очень оно качественно, оно не перекручивается, оно со стирками не расползается нигде, ни по швам, нигде вообще. Белье просто огонь. Я вам честно говорю, я разные марки покупала белья, но вот это прям вообще. И по составу я посмотрела, да, в прошлый раз надо же на бирках внутренних смотреть. Мне подсказали, а я смотрела непонятно где. Сейчас я скажу. Здесь у нас 95% хлопок и 5% эластан. Здесь вот на этой бирочке я прочитала. Идет все белье размер в размер. И сидит просто идеально. Реально вот на меня шьют. И я еще хотела вот что вам спросить. Во-первых, мне вот эту марку... я сейчас покажу поближе. Вот так вот выглядит эта марка. Мне сказали, что она продается на Wildberries. И там даже подешевле. Я покупаю со скидками на LaModie, я уже говорила. То есть у меня получается цена такая же, даже чуть-чуть подешевле, чем на Wildberries. Я не против Wildberries, но там одни из последних комментариев были такие, что если вы заказываете две вещи одного размера, и одна из них вам не подходит, вы возвращаете, соответственно, одну эту вещь и платите за доставку, за возврат 100 рублей. Напишите, это правда или нет. У меня только вот, ну, там, где заказы я делаю на Wildberries, внизу написано, что если я вовремя не заберу свой заказ... Ну, то есть там есть же время хранения, причем каждая позиция, оно разное, то тогда за возврат каждой позиции я заплачу за какую-то 50 рублей, а за какую-то 100 рублей. Чего зависит сумма, я не знаю, но если это так, то это вообще не кайфово. Я вообще хотела заказать на Wildberries, как правильно их назвать, резиновые галоши. Галоши, наверное, да? То есть резиновые сапожки такие, ну, невысокие, да, с невысоким голенищем. Просто на Wildberries они дешевле, чем на LaModie. Почему? Потому что на LaModie там фирменные всякие, а мне нужно простые, с собаками гулять. Вот так дождь прошел, одела быстренько и пошла с ними, да, чтобы такие там не протекали. Но это резиновые галоши. Они могут быть меньше размером, могут быть больше размером. Я хочу там чуть-чуть, чтобы побольше было, чтобы с носочком теплым одевать. Хотела заказать несколько размеров. Вот теперь думаю. Как бы я не хочу платить 100 рублей, если мне вообще не понравится. В общем, кто знает, напишите, действительно так оно или не так. Я очень буду ждать комментарии, потому что, ну, может быть, в разных городах по-разному, я не знаю. Вот. Но буду ждать. Давайте я вам покажу белье. И так, сегодня немного обо всем. Помните, в прошлом видео я... В прошлом видео, когда показывала покупки с LaModie, вообще я там заказывала, в общем, мужчину своим джинсы, там, в общем, ну, всякую ерунду. Это я себе заказала. Я в прошлом моем заказе был у меня вот так, точно такой же топ, только бежевый. Вообще я хотела себе заказать либо чисто черный, либо чисто белый, но не было в наличии моего размера. У меня размер S. Девочки, я не знаю насчет груди, но если у вас большая грудь, наверное, вам нужно что-то другое. Не такой топ, потому что он, ну, он особо не поддерживает грудь. Он просто вот как чисто символическое нижнее белье, я бы так сказала. Это просто даже маечка. Вот. Но увидела вот такой, заплатила за него 510 рублей. Мне кажется, вообще супер, он был на акции. Мне очень нравится, что здесь есть вот такие выточки, и за счет этого грудь не сплющивается, а сидит вот просто идеально. Девочки, это хлопок, это просто нечто. Сзади он идет вот такой, без застежек, регулируются лямочки,
Ну, в общем, взяла вот такую расцветку за 510 рублей. Мне кажется, вообще огонь. Скажите. Вот. Я оставляю ссылки. Соответственно, смотрите, я заказываю, да. Потом проходит какое-то время, пока ко мне придет. Обычно это 2 дня. Потом, что потом? Потом, пока я их сняла, пока я смонтировала, пока я загрузила видео, то есть уже не проходит несколько дней, и акция уже может пропасть. Поэтому я говорю за столько, за сколько я купила. И еще купила комплект трусиков вот таких, потому что хотела, чтобы было вот так. Вообще хотела, чтобы была здесь черная, тоже резиночка, но таких я что-то не нашла. У меня все размер S на LaModie, вот, поэтому подумала, что ну так тоже будет хорошо, да. Вот, правда, трусики это вот такие, ну, обычные, не танго, не стринги, да, обычные. Не помню, как это они называются. Вот, здесь комплект состоит из 3 штук, вот. Ну, я хотела вот так, да, будет такой комплектик. Вообще, там в отзывах было, что вот этот топ носят, ну, девочки такие молоденькие, как просто топ, сверху там рубашку какую-то или что-то такое, да, просто как летний топик. Но я как нижнее белье. Ну, пусть будет такого цвета, под какую-то кофту непрозрачную, супер. Вот, и вот такое нижнее белье. Здесь нет никакой резинки, здесь просто вот такая прострочка. Вот, но все предыдущее белье, они даже цвет не теряют, девочки. То есть у меня есть и черное, и бежевое, разное есть. Они даже не выцветают от стирок, ничего с ними не случается. Вот эти шовчики нигде не натирает. Когда вы снимаете, одеваете, не перекручивается вот здесь, вот знаете. В общем, белье идеально. Просто это моя любовь. Мне еще одна девушка писала, что она домашнюю одежду еще этой марки заказывает. Да, я тоже смотрела, но мне пока просто ничего не нужно. Вот, трусики кажутся такими большими по сравнению с топом, да. Нет, но это 44-й, я не мерила, он так приложила на себя, они должны быть нормальными. Но они, по крайней мере, не будут ни натирать, ни жать нигде, в общем, супер. Вот, так что вот такие у меня покупки LaModie. Меня еще спрашивали, как я делаю домашние лимонады. Извиняюсь, это у меня старший, там Каспер побежал, старший сын зовет кота. Дождь у нас сейчас скоро начнется. Вот, как я делаю лимонады. Это, кстати, цветочки мне собрал младший мой сыночек. Ромашки где-то нашел. Значит, смотрите. Здесь у меня получается холодный чай. Но так как у нас сейчас не очень жарко, я не буду ставить его в холодильник. А он у меня просто стоит вот на столе. Сейчас я его поставила. Лучше, конечно, делать, чтобы настоялось на ночь. Но как получается. Здесь у меня там красная смородина. Свежая малина. Клубника, лимон, мята. И я развожу, делаю в стаканчике, отдельно завариваю черный чай. Ну так, крепенький такой делаю. Добавляю немножко сахара, черный чай, воды сюда. И получается, реально получается по вкусу, как покупной холодный чай. Очень вкусно. Вот. Ну а лимонады так можно делать отдельно. Я еще делаю апельсин-лимон. Тоже добавляю немножко сахара без мяты, просто такой чисто лимонад. Вот, и вот такой вот тоже холодный чай. Нравится тебе, Владик? Ага. Пришел уже. Вот. Будешь пить? Ага. Вот, очень им нравится. Единственное, что вот эту крышку не надо до конца, это на Вальберсе я заказала, да? Видели? До конца не надо закручивать, я просто закрываю, иначе не льется здесь. Вот, так что вот такая вот у нас вкуснятина. В общем, мы все лето пьем всякие разные варианты. Вот сейчас ягоды пошли, поэтому я с ягодами сделала. Мальчишки собрали ягоды, молодцы мне, да? Сколько там много снизу. Много снизу ягод, да. И с ягодами тоже получается очень вкусно. Это за кружечку. Вот, можно ягоды немножечко помять, ну так, вилочкой там или чем, и добавить сюда. Тогда получится более мутный. Я добавляю просто, и они... Ну, такой комнатной у меня температуры, они просто дают такой привкус сладковатый, эти ягоды, да? Давай, наливай. Вот. Подходят, наливают себе. Вкусно? Очень. Очень. В общем, мальчишки у меня балдеют от этой. Еще даже в холодильнике я ставлю, они в холодильнике тоже сами подходят, наливают. В общем, красота, самообслуживание, да? Да, нравится? Да. Вот так вот. И пьют. Полезно и вкусно. Обычно да? Даже деньги на попить не надо тратить. Да, вот. Деньги на лимонады не надо тратить.
У нас идет дождь опять, как обычно. Но хочу вам показать жасмин. Это садовый жасмин. Это его такое народное название — садовый жасмин. На самом деле он называется как-то по-другому. Настоящий жасмин выглядит по-другому. Я об этом тоже знаю, просто я как-то в прошлом году показывала. Мне сказали, что это не жасмин, это садовый жасмин. Так он называется в простонародье, я бы так сказала. Но мы называем это жасмин. Смотрите, какая прелесть. Правда, от дождя, видите, весь наклонился, но менее красивым от этого не стал. Смотрите, какая прелесть. Это же прелесть, девочки. Обожаю его. У него тоже он ароматный такой. Классный вот этот куст. Здесь два куста у нас. Один вот здесь, здесь второй. И они вместе вот так вот. Красота. Ну, скажите, красота. У нас тут как раз крылечко. Около крылечка вот такая вот красота. Я просто кайфую, балдею, девочки. Просто нечто. Красота, скажите. А вот все дальнейшее видео, у меня что-то пошло не так, точнее, я знаю, что у меня пошло не так. Когда я подключаю наушники, у меня не записывается звук. Я вот забыла совсем их отключить. В общем, решила не удалять это видео, а все-таки озвучить сверху, поэтому заранее извиняюсь, но как получилось, в общем, да. Как-то я не подумала. Это мы собрали клубнику, у меня на самом деле клубника уже отходит. Я ее буду замораживать, чищу, промываю хорошенько и кладу на полотенчика, чтобы она обсохла, чтобы не слипалась в пакетике, ну, в пакете, да. И потом я буду раскладывать, соответственно, по пакетам и замораживать. Клубники у меня заморозить получилось не так уж и много, потому что мы ее едим, у меня мальчишки едят, я с удовольствием ее ем. В общем, такие, видите, она уже такая миленькая осталась, в общем, такие все, можно сказать, остатки. Вот. У меня получилось всего ничего пакетиков, но в любом случае на какой-нибудь пирог зимой или на компотик, или еще на что-нибудь, я думаю, что будет отлично. Компоты я на зиму не закручиваю, не закатываю в трехлитровых, я имею в виду, банках, да, а в основном замораживаю. А здесь я еще сделала следующую партию моих абрикосов. Вот у меня еще получилось на зиму. Ой, будет вообще обалденно вкусно. В этот раз, кстати, я не стала добавлять лимонную кислоту. Просто сделала такой прям густой сироп и залила абрикосы. То есть, ну, я уже говорила, да, заливаем, 15 минут они стоят, потом снова выливаем сироп, кипятим его и снова заливаем. Ну, в принципе, все, наверное, так делают достаточно просто. Вот, так что буду еще стараться что-нибудь еще докупить. Хочу еще и персики попробовать. И, ну, в общем, что получится купить, еще обязательно закатаю на зиму, потому что сейчас цены, конечно, радуют на подобные фрукты, да, поэтому зимой будет очень вкусно. Тем более я люблю такие консервированные. Их, кстати, можно в пирог положить и так просто съесть. И потом вот этот сироп водичкой разбавить. Можно даже газированной водой. Будет вообще супер. На ужин я сегодня буду готовить скумбрию. И меня просили показать, как я ее готовлю. Значит, мы ее чистим и обжариваем, ну, достаточно на большом огне. Вот такие специи я добавляю. Это лимонный перец с ароматом лимона. Очень хорошо подходит именно для рыбы. Вот, можно немножко лимончика выдавить, там черный перчик. И нужно обжарить с одной стороны на таком достаточно, на большом огне, потому что скумбрия, она разваливается, и сложно будет перевернуть, если она утушится. Поэтому просто с одной стороны мы обжариваем хорошенечко. Потом будем переворачивать и добавлять овощи. У меня это лук и морковь. Вы можете нарезать морковь, как вам больше всего нравится. Но желательно тоненько, чтобы она успела приготовиться. И полукольцами, или как вам тоже нравится, лук, соответственно, да. И сметана, и также снова перчик, но, соответственно, соль, да. Все еще это мы солим. Вот.
Так что вот так вот сейчас будем обжаривать. Очень аккуратно нужно будет переворачивать, потому что прилипает вот эта кожица, в общем. Так, и будем разводить сейчас вот заливку нашу. На самом деле простая заливка, сметана, хотите погуще, хотите пожиже, можно так сказать. Можно добавить немножко майонеза, можно добавить сметанного майонеза, в принципе, все, что у вас есть. Добавляю сюда вот этот лимонный перчик, он очень хорошо вот прям к рыбе, супер. Ну, можно просто лимончик, наверное, выдавить. Вот, конечно же, соль. Все это буду перемешивать и добавлять обычной воды. Если, когда вы добавите, недостаточно будет воды, то можно будет еще просто добавить уже не со сметаной, а обычной. Вот у меня обычная кипяченая вода. Значит, все это решила я погуще немножко сделать, еще чуть-чуть сметанки добавить. И все это хорошенечко перемешиваю. Сами овощи обжаривать не нужно. Вот видите, я перевернула, и немножко она у меня по... Ну так, видите, как бы разваливается. Дальше мы добавляем овощи. Прям не обжаренные, а вот такие, да, сверху. И уже будем заливать нашим сметанным соусом или майонезным. Как вам больше нравится? Я вообще за то, чтобы экспериментировать и готовить, ну, как бы, знаете, из того, что есть. Ну, нету какого-то ингредиента, ну и ладно. Нет у вас, допустим, лука, ну, добавили просто морковь. Нет... там, не знаю, моркови, добавили просто лук. Ну, как бы я вот за такую вещь. В общем, сверху заливаем. И заливаем, ну, не то, чтобы не покрывало, ну, так вот. Вообще, это очень, кстати, вкусный получается такой соус, который можно использовать как подливку. Еще тоже будет вкусненько. Вот я, видите, добавляю сюда, так как у меня перчик остался, еще немножечко водички, и буду все это выливать в нашу рыбку. Получается, на самом деле, вообще эта рыба очень вкусная. Оставляем вот таким образом тушиться до готовности овощей под крышечкой на маленьком огне, чтобы все это немножко так булькало, но сильно не кипело. Она получается прям обалденная рыба. Моему мужу очень понравилось, хотя он мне не любитель рыбы. Вот у меня все готово. Буквально, я не знаю, время я не засекала, но, может быть, минут 20, может быть, чуть поменьше. Вот так вот протушивается у меня. И выкладываете там вкусно очень с рисом или с пюре, да, гарнир, я имею в виду рис или пюре к этому блюду, получается просто можно и так поесть, можно побольше, например, добавить этих овощей, и у вас сразу будет и рыбка, и гарнир, да, то есть можно и так, почему нет. Вот, так что вот такая вот вкуснятина у меня получается, она получается по вкусу как такая консервированная, вот, так что стали любители скумбрии, вот, очень вкусно, обязательно попробуйте так приготовить. Вот, видите, она полностью разваривается внутри и получается очень-очень вкусно. Ну, а я на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч!